Здорово, фермер! Меня зовут Саня, и вы на канале Работа мечты, а это у нас ничья земля вдали от цивилизации и уже совсем не маленькая ферма, и сегодня у нас некоторое движение по поводу силоса. Если ты помнишь, в предыдущей серии мы косили сила в предыдущей ли? Не помню. В общем, по-моему, в предыдущей, если что, посмотри. Накосили совсем чуть-чуть. Поставил я вот такой вот силосную яму. Вот такой вот силосную яму. Ну, примерно, как я люблю это все говорить. Вот такую здоровенную накосил. Всего лишь 300 тысяч кукурузы, сечки, вернее, литров. И вот сюда вот это сбросил. Вот это... Вот так мало места это заняло. Но ничего страшного. Теперь это все уже заферментировалось. Ну, частично. И надо ехать выгружать. И для того, чтобы это все загружать, нам нужен трактор с прицепом. Ну или машина. У нас есть трактор с прицепом, поэтому мы как бы машину пока покупать не будем. Вот. И есть у нас вернее, погрузчика пока что нету. Надо ехать за погрузчиком. Поэтому помчали за погрузчиком. Заберем с магазина погрузчик, приедем сюда. Нет, давай мы сначала, наверное, что? А где, кстати, большой трактор? Вот большой трактор. Сейчас мы большой трактор возьмем. Прицепим прицеп к нему. Поставим уже на погрузку и будем возить. Тут, кстати, недавно построили биогаз недалеко возле магазина. И я хочу попробовать туда свести весь... Так, вот такой вот прицеп. Хочу свести туда весь силос, посмотреть, как это будет выглядеть. Поехали, поехали. Интересно ли будет это мне? Не знаю. Так, 44 тысячи литров у нас и прицеп. Это у нас получается сколько? Примерно 90 тысяч, два прицепа, 300 тысяч... Ну, нормально так придется поездить, я скажу вам, господа. Ладно, сейчас ставим прицеп. Вот тут вот. Вот, нет, чуть-чуть подальше. Мчимся за погрузчиком. Какой-нибудь там возьмем первый попавшийся. Вот так вот. Глушим и побежали со всей дури, что есть, за погрузчиком. Вот такого монстра я нашел. Это кировец, вернее, это погрузчик на базе кировец. Называется модель К-702ПК-6. С отвалом, с ковшом на 6000 литров. С гигантскими колесами почти в мой рост. И вообще, это просто, не знаю, сколько тут, метра 3, наверное, в высоту кабина. Это жесть, это просто супер, не знаю, гипопотам какой-то. Ну что, начинаем грузить. И все. И просто грузим, вывозим и радуемся жизни. Посмотрим, как это все будет, насколько это все выгодно. Если это выгодно, то будем сеять кукурузу чаще, забивать эту яму больше и, соответственно, зарабатывать денежку. Все, ребятки, начинаем грузить. Вот потом посмотрим. Здорово. Здорово. Чё как? Та ничего, потихонечку. Видишь, силос тот, который косили, первую ходку делаю. Отвезу на этот вновь построенный биогаз. Посмотрим, что там, как там заплатят. Ну, дальше продать.
Спасибо. А ты как дела? Чё? Да, потихонечку лес выкашиваем, подготавливаем к новым полям. Слушай, такой вопрос. У тебя видел сенокосящее оборудование? Можно позаимствовать? Да, а тебе для чего? Сено или Я, да, сено? траву хочу скосить и Ну тебе... затюковать. А, затюковать? Ну пошли, там этот есть... пойдем. Покажу. Этот, я думаю, что нормально будет форшрит. Яшка тебе как раз. Она сразу волкует. 4 метра ширина у нее. В принципе, этого достаточно. И вот этот вот чудо-агрегат. Вот, он сразу и двухбарабанный сразу и волкует, и мотает, и все круто делает. Это у тебя Круто. МТЗшка должна потащить вроде там, не помню, что-то около 120 или сколько он там коней требует. Ну, а Яшка сама по себе едет. Вот, и тебе ничего не надо будет. То я же тоже покупал себе вот эту косилку, всю беду. Ну, как бы для сена оставил, но не знаю, что-то мне Яшка больше нравится, как для... Именно косить под сенаж, под тюки. Ну да, меньше геморроя. Сел и поехал. Ну да, у Не тебя надо одна ничего жатка, ничего, прицеплять, да, ничего отцеплять. прицеплять не надо, а тут спереди одно, сзади другое. Трактор большой, получается, расстояние между передней жаткой и задней далеко, и ты, получается, на повороте пропускаешь. Ну, в общем, есть нюансы. Я решил Ешку взять, не жалею. Хорошая штука. Мне очень нравится. Потом ее как-нибудь поменяю на что-нибудь побольше, покруче. А так вообще аппарат огонь. Ну да. Так что вот, бери вот ее жаточка и вообще. Добро, спасибо. Ага. Ладно, я тогда это, поехал. Там разберешься, я думаю. Хорошо. Ага. Да, давай. Ну что, ребятки, поехали на продажу. Закинем в новоиспеченный биогаз наш этот силос. Посмотрим, что с этого выйдет. Ну, там все равно как бы не сразу платят, поэтому нам в любом случае сейчас ничего не перепадет. Перепадет только завтра деньги. Вот, так что... Сейчас весь силос, в принципе, свезем. Шеститысячным ковшом вообще нет проблем. Все будет нормуль. Пригнали. Глушимся, в общем, грузим дальше. Все отлично работает, все отлично там принимает. Так что нам, в принципе, не так уж и много осталось загрузить. Ну как немного. Еще прилично нам погрузить. Но, я надеюсь, оно того будет стоить. Ну что, в серия номер 2 погрузки. Потом, после того, как загрузим, вывезем, будем заниматься полями дальше, вот которые у нас есть там. Погнали. Thank you.
Ну все, яма пуста. Девственно, как... Ну, вы поняли, в общем. И осталось ни много ни мало 1800 литров. Вот просто остаток, ё-моё. Теперь придется вести. Или что, или отвести на этом. Ладно, я сейчас так на этом, на Кировце, так и отвезу. А потом надо будет, кстати, убрать сено. И что-то уже подготавливать поля. Можно будет, кстати, к Артему, к соседу съездить, посмотреть, что, как у него там дела. Сейчас тогда перегоним Кировца обратно. А то он в аренде. Отдадим Кировца и... Ой. И все. И поедем дальше заниматься делами. Ну все, избавился я от этого. О. А Артем тюки не... О, этот прицеп не взял. Блин, а в нем тюки лежат. Ладно. Давайте заодно съездим к Артему, посмотрим, что у него там за дела, и прицеп отвезем. А свои тюки, не знаю, сейчас где-нибудь тут вывалим, потом, если что, подберем. Так, ну и в принципе 300 тысяч силоса довольно быстро закончились. Так что... Но! Они-то быстро закончились, но теперь надо как минимум чизелевать поле. А это немножко муторное дело. У меня есть чизель на 4 метра, но 4 метра это, конечно... Не очень-то много. Так, а у меня тут 6 тюков есть. Ой-ой-ой-ой, все сломалось. Черт, я застрял. А поехали тогда, в общем, не будем. Отвезем в магазин этот сенаж. И отвезем прицеп Артему. Подлетаем к Артему. А где он сам? Непонятно. Он все выкосил. Уже тюки валяются. А, вон он аж там в конце. Так, аккуратно тут пенечки. Нормально тут. Накрутил сено. Вернее, травы. И снова здравствуйте. И снова здравствуйте. О, я вам прицепчик тут привез, заодно посмотреть. Да, спасибо. Ага, такой моднявый, как дал 24 тюка и все, и повез. Ну шо, как, чё тут у вас? Потихоньку. Смотрю, ты тут полосок нафигарил нормально, пол страны скосил. Ну как, всего лишь один участок. Ага. Ну хочешь такое поле распахивать, да, или не, или ну, не хочешь баловать? Да, я думаю, что этот будет полностью одним целым полем, а второй разделю на два. Ну нормально. Ну да, до горы, да, сделать, чтобы как раз ты там. Да, до бугра этого. Ну, неплохое такое поле, нифига себе. Нормально, нормально. Как засеешь чем-нибудь веселеньким, и отлично будет. Угу. Понятно. Ну ладно, я тогда прицеп бросаю, поехал, мне еще надо сено собрать. Да, добро. Ага, давай, удачи. Спасибо. А я что? А я поеду сейчас домой. Да, ну нормально работает МТЗ-шка с этой фигней. Даже хватает ей мощи, в принципе. Так, а я что? Я еду домой сейчас, беру прицепчик. Оп! Подлый пенек хотел мне подножку подставить, но нет. Сейчас берем прицепчик, собираем сено.
сено собираем. И что-то надо будет придумать. То ли зачизелевать, наверное, вот это поле, которое у нас тут, где была кукуруза. Потому что с тем бугром, который бугристое поле, там нефиг делать особо. Ну, то есть там просто надо сеять уже. Как таковое. Особо с ним баловаться не надо там. А-а-а, известь. Точно. Надо вносить известь. Кстати, и в то, и в это поле. Черт, ну... Да, надо сено собрать, чтобы оно там не отсырело. И сейчас известь тогда будем разбрасывать. Вот, вот чем займемся, веселеньким таким. Белый порошочек сейчас тут везде порассыпаем. Так, а где у нас прицепчик? Кстати, прицепчик бы вот этот поменять уже. Наверное, а то слишком он маленький. Хотя, в принципе, мне-то что? Мне много не надо. Всяких коров... Да, коней пока 8 штук всего лишь. Поэтому вряд ли мне много пригодится. Тут пока хватает 24,5 тысячи литров. Этого вполне достаточно. Пока что, по крайней мере. Во, сено валяется. О, ну, собираем тогда. Сено на месте. Моемся. И едем, наверное, то поле, которое... Где кукуруза была. Сейчас его засыпем известью. И на этом будем заканчивать, наверное. Но это не точно. Может, какой-то еще сюрприз кого-то ждет. Но это тоже не точно. Так что сегодня суетимся по хозяйству немножко. Старенький наш кроновский прицепчик служит верой и правдой. Кстати, трактор я не знаю, зачем я помыл. Воды много, наверное, слишком.
Отлично. Закрываем. Едем за МВУшкой. Кстати. МВУшка. А, у нас тут, кстати, да, полная коробочка извести. Как раз. Я, кстати, надеюсь, что нам хватит извести на то поле. Было бы неплохо. Очень, если бы хватило. Сейчас заодно и узнаем. Готово. Моем очередной раз трактор. Уже 18-й за сегодня или какой? Не, второй всего лишь. Ну что, ребятки, в следующей серии будем продолжать подготавливать наши поля. Узнаем самое интересное. Так что нажми колокольчик. Узнаем, сколько я заработал с 300 тысяч литров силоса. Стал ли я миллионером, а мне до миллиона, ну, не так много остается, но я все коплю на комбайн, на еще что-нибудь, я так докоплюсь скоро до того, что будет много денег, а техники не будет. В общем, о чем это я? Поставь обязательно лайкос, если тебе видос понравился. Напиши комментарий, как тебе, что, какие-то пожелания, может, есть мысли свои. Вот. Нажми колокольчик, чтобы не пропустить следующую серию. В ней ты узнаешь, сколько заработал силоса. Что там, сколько заработал сенажа Артем и все остальное. В общем, всю подноготную узнаешь, что, как, что, у кого, куда. Вот. Ну, вроде все сказал. Лайк, подписка, колокольчик. Все. А теперь прощаемся. Все. Всего хорошего. Удачи тебе. До новых встреч. Пока-пока.